Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и это Игровой Робот. Видеоролик я записываю сейчас 18 июня 2020 года. Вы не поверите, в 20 часов 28 минут по Москве. Знаете, почему так долго? Потому что мы сегодня после работы, то есть жена у меня сидела с детьми дома. Вот, это, ребят, Пепси. Пепси просится наружу. Так вот, жена сидела у меня с детьми дома сидит, а я работаю. И я приехал с работы и сказал: дорогие мои дети. Ну, вместе с женой. Дорогие мои дети. Мы едем на озеро. И мы, короче, собрались, блин, быстренько, блям-блям, наняли такси, позвонили. Доехали до озера и 2 часа, даже не 2, где-то с полшестого до полдевятого, да, вот я сейчас только ввалился в квартиру, да, ну где-то 2 часа, если убрать с дороги, купались, прыгали, скакали, Танюху из воды не вытащить, Соня постоянно в воде, ужас какой-то, что это творится, ребята, это, понимаете, это первый раз, когда мои дети купались в озере, это серьезно, первый раз в жизни. Нет, ну Соня, она купалась, да. Вот Таня первый раз в жизни. И, ребята, я ему хочу сказать, что это дурдом, это сплошной дурдом, это ужас. Если нам ехать на море, нам с женой никакого отдыха, абсолютно. На 10 дней я точно не поеду. Если поеду, то только на 20, точно на 20, потому что за 10 дней я не успею отдохнуть, ни капли. Ребят, такая жара аномальная, все пиздуйте на речку. А мы сегодня начинаем мы сегодня 17-й опыт, и мы рекламу обязательно прокрутим. Также еще предлагают нам 25 боев плюс 50% за 150 рублей, если кто-то боится, что не пройдет такую операцию дорогостоящую и не получит самые главные призы, то обязательно докупите на 25 боев плюс 50%, если у вас есть прем и так далее. Вы пройдете быстрее, а потом просто будете скучать. Дальше у нас опять реклама, бла-бла-бла, и сразу же бросает в бой. Но перед боем мы самый возьмем поставочку. Да, перед боем мы возьмем поставочку. Вот она, наша родимая поставочка. И, конечно же, быстренько у нас есть такой... самый популярный. Ребят, вот вы меня радуете. Смотрите, уже 17 лайков под к таким большим комментариям остались. 17 лайков, 6 ответов. Вот так должны работать зрители. Зрители должны работать так. Ёперный театр, никак иначе. 17 лайков, 25, 100 лайков, 300 лайков. Вот так должны поддерживать вы друг друга. Так вот, давайте прочитаем этот комментарий. Большущий, огромный. Я его до конца не дочитал. Думаю, ну, ребята, вот где-то вот здесь я закончил. Братуха, ты красавчик. Думаю, ладно, дочитаю на видео, короче. Ну, давайте, видео наступило, давайте дочитывать. Братуха, ты красавчик. Не устаю смотреть твои видосы. Они интересные и веселые. А если честно, то они говно, и ты гондон. Нет, там не так. Да, кстати, те ребята, которые сейчас бомбят и будут писать всякую хрень, типа, братуха, сам себя не похвалишь, другие не похвалят, выбрал такой комментарий. Ребят, идите нахер. Ну, серьезно. Я на самом деле веселый человек. И все, что вы там пиздите, можете пиздеть молча где-нибудь в кладовке, в подвале, блядь, своим там женам, мамашам и жаловаться, блядь, на судьбу, что вот такой братуха у вас хуёвый. Идите смотрите других и отъебитесь от нас. Они интересные и веселые, а если честно, то они правдивые. Наверное, я не один такой, кому надоел этот бардак в этой игре. И скорее всего, этот бардак не прекратится. Золотые слова. Так надо разрабам. Я так понимаю, ты один бомбишь за простых игроков. Я много обращал внимания в конце боя, с кем я играл. У меня волосы дыбом встают везде, но когда я вижу, сколько у него боев... Но он, сука, по прокачке, да, блин, слов не хватает сказать. То есть, ну, читаем. Да, донатеры рулят. Мать их, ёшкин матрёшки, с этими ничего не поделаешь. Я играю сам,
И уже полгода, каждую неделю на границе. То мастер, то чемпион. И ничего с этим поделать не могу. Но это все херня. Просто игру бросать не хочется. Ведь заработал я все своим трудом или игрой без единой копейки. Ты правильно говоришь про скилл игрока. Но когда тебя как мясо охуярят в конце боя, я смотрю, что у этого кренделя боев трое. Или еще меньше, чем у меня. Но то меня, блин, это... калит конкретно. Из-за этой херни у меня два друга бросили эту игру. И мне говорят, бросай. А я не хочу ее бросать. Я чё зря, столько времени отдал просто так, что ли? А вообще, братуха, мне очень нравится смотреть твои видосы. Я даже иногда про фильмы забываю. Недавно кушал на кухне и смотрел бои год или два назад. Я ржал и чуть не подавился. Жена прибегает и спрашивает, чё ржёшь? А потом смотрят и вместе ржём. Сынишка тоже иногда смотрит, как дядя Вова воюет. Правда, приходится ему иногда уши закрывать. Но твои эмоции вырываются, и мы вместе угораем. Короче, Вова, не бросай это дело. Ведь кто тебя смотрит, верит в лучшее и в будущее, и победу. Ты заряжаешь бойцов на бой. Так держать. Как ты говоришь, на смерть. На самом деле мы идем за победой. Володя, тебе желаю удачи в боях, удачных стримов, и пусть твои стримы и дальше заряжают бойцов на победу. Да, комментарий получился длинный, но кто прочитал его до конца, желаю удачи и больших побед в этой нелегкой игре, как будто трудно нам было. А, как бы трудно нам было. Ох, ребята, да. Блин. Спасибо, Алекс Шальной. Да. Блин, растрогал такое сообщение, ребят. Ну, классно, на самом деле. Доброе сообщение. Комментарий добрый очень. Вот такие пироги. Ну, а мы, ребята, с вами продолжим. Воюем и воюем. На смерть! На смерть, ребята! Атака! Бустер! Второй, третий, четвертый! Заряжаем, ребята! Вперед! На бабухи! На пизделюхи! А, так, у нас есть тут задания какие-нибудь, нет? А как обычно, ни хрена, да? Ни хрена, к ночи появится! Начать бой! Прям все, на смерть! Ой, как, сколько газов, ребят! Обожаю пепси-колу. Просто... А нет, это не пепси-кола, это пепси. Нет после речки ничего, как пепси-кола. Я... Вот, и давайте мы побежали захватывать маяки. К сожалению, этот маяк нам уже не захватить. Оп, промахнулись, но бежим до за следующим. Давайте. Опа, в атаку сейчас херачим парнишку. Вдвоем, а чё прям, меня не караёбит. Давай. Опа, ушёл противник, у нас ещё один. Вот этот Йода-то совсем обломайся, да, обломайся Йода нам. Йода выжил, ребята, выжил. Ну ничего страшного, сейчас догонит, великий ужасный братуха, всех накажет, всех порвёт. Давай, вот так, ага. Чё ты хочешь там, овердрайв, да, овердрайв юнит, давай. Вот так тебе, бам, парень успел спрятаться, ребята, живут, козлы мелкие. Ну чё, страх, ооо, первая свечка в бою, ребят, ууу, добивашечки, лечилочка. А у меня кончилось, я прям вообще заигрался. Нихера, чё-то меня вдохновило, на смерть бегу просто, реально. Ооо, сейчас отрыжка будет, берегись. Блиц, ты куда, Блиц, вернись, я все тебе прощу. Давай, Блиц, будь человеком. Ага, спрятался, говнюк, спрятался. Воу, телепортан, Вперед, ребята, на смертушку. Вали красноперых. Лечилка, фух. Вали его, отлично, Арес у пиздюлятора, пусть включает свою способность. Давай, ребята, выходи, чего боимся-то, я сзади пиздюлей огребаю, блядь. Вперед, на смерть. Давай, вали,
Лопаются противники один за одним! Включаем аптечку! Вот это, блядь, нас не остановишь! Ничего страшного, Рована в атаку! У нас тут слева все в порядке. Ребята, смотрите, там слева тискаются, не могут пройти, маяк забрать. Вот тут ирки. Мы там такого шороху навели, вы видели? Вот там еще Пайм продолжает жить, эти два только в атаку пошли, смотрите. Давай вперед, утырок, побежали. А, все, мы просрали маяк, такое тоже бывает. Парня все-таки завалили, ну это да, бывает. О, меня типа коллекчнули. Да вы что, серьезно гоните, что ли? Ууу! Блядь! Да что ж за хрен-то такой паршивый? Что ж за дичь-то такая происходит? Первого робота сегодня утопил. Я надеюсь, последнего. Это просто пиздолис. Разрабы, сделайте мост пошире. Что это за хрень такая происходит? Блядь, просто бежишь. Никаких прыжков. Поп, улетел. Что за... Ребята, у нас там парень воюет. А ни хрена он не воюет. Давай, ребят, подходим, подходим. Вперед, ребятуки, за мной! За мной! Давай, 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 оба! Выходим, выходим, опа, первый пошел! Давай, 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 Равана! У-у-у-у! Давай, Равана, пиздюлятора тебе! Опа, я в инвиз, пошел нахрен, с Новым годом! У-у-у-у! Еще, еще, еще пиздюлятора, отлично! Фу, помогите! Помогите! Помогите, help me! Давай до ластенда я доведу, давай! Уу! Давай, козлина! Давай, 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 я тебя завалю, я тебя вот так. Оп, ластенд довел. Ну не, надо валить отсюда нахер. Да, валить. Малёха, у нас маяк проигрышный там, какой-то хер маяк забирает. Ну ничего страшного, сейчас все отобьем, ребятухи. Итак, парень у нас в автоприцеле, да, вот в автоприцеле парнишка, отлично, все заходит, прям чеки-пуки парню прям зашло, все, зашибись, нормально. Так, надо, Малёха, подлечиться. О, меня другой лечуха взял. Обалдеть. Опа, взяли в прицел этого парня и вливаем. Давай, давай, хотел братушку пошпилить. На тебе, гаденыш. Смотрите, еще один, еще один. Я... Ой-ой-ой, братуху не остановить! Я супер-мега-крутой! Поставьте мне памятник после смерти! Прямо вот, блядь, здесь, на этом маяке! У-у-у! Давай, пиздюлины, тебе дадим! Опа! Давай слева, раз не хочешь справа! А давай теперь справа, раз не хочешь слева! Мы тебя, блядь, научим жизни! Ха-ха-ха-ха! О, драгуны! Как-то странно меня трахали драгуны. Я, у меня вроде сопротивление было. В общем, нехило, да, нехило, ребятухи. Вот это бой, вот это заруба, блядь. Вот это да, Сережа Сихаря, давай. Опа, Сережа, давай. У-у-у, Сережа, пиздюлину, пиздюлину, давай, 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 давай. Сережа ушел, спрятался. Эх ты, Сережа, по какой ты после этого, Сережа. Давай, Сережа, сейчас, давай, ребят, нагнем у меня пулеметы. Ох, пулеметы, я готов, я шпилю, да, шпилю, шпилю, шпилю. Нет, давайте мы все-таки будем шпилить другого парня, мы его быстрее завалим. Я так думаю, хотя он гад спрячется. А нет, он не прятался. Блин, надо было все-таки его валить. А, ничего страшного, меня сзади шпилят. Бля. Нам не нужны маяки, на смерть, только на смерть. Ребята, только на смерть. Уходим, 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 заходим, стреляем, повисаем, зависаем. Ах ты, не получается, и только на смерть. Вот так, вот так. Нам насрать в лобовую! Знай наших! Вот так! Вот так! Тесняй! Тесняй его, ребята! Обходи! Вали его! Вали! Вали! Черт, не получилось! Да ничего страшного! У нас еще один летающий робот есть! Все нормально! Все хорошо! Взлет! Наведение! Автоприцел! Агонис! Агонис, ребята! Огонь, огонь! Сережа! Сережа! Сыро на что-то похоже. Опа, Сережу слили. Титан какой-то собирается идти. Нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Там у нас какой-то парень захотел меня пошпилить. Его даже мурашки по коже пробежали. Там Артур на меня нацелился. Электрик Йода. Йода, чего стоит Йода, не понимаю. Что-то он слишком какой-то бронированный, что ли. Что-то там бронированное у этого Йоды.
Ребят, я не знаю, что с этим Йодой делать. Включаем убивалку нашу великую. Модуль великий убиваем. Ох ты, ёпты, у нас тут парень. Маяк захватывает. Японский городовой, ребят. Неужели он меня убьет? Вот это жопа. Ничего страшного, сейчас подойдем, будем шпилить. Главное стоять вот так вот, поэтому. Вот так, ребят, вот так. Ну, теперь я промахиваюсь, это точно. Включаем на этого парня наш охуевший модуль. Ныряем. Нырок, кувырок. Маяк, защищайте, голубые! Давай, давай, ребята, давай. Валите Танушку! В задок ему давай, в задок, отлично! Бери маячок, парнишка, красавчик, блядь, вот это красавелла! Красавелла, ребята, взлет, ничего страшного, облет! Сейчас мы этому парню устроим Кузькину Матюскину! Вот такие пирогуськи, ух ты, бля! И там у нас кто-то прячется, ребят, надо захватывать маяки, что за лажа такая? Обалдеть, чё-то мне не нравится там. Захватывайте маяк уже, козлы. Чё такое, голубизна? Блин, да вы чё там только лоб? Убивайте уже, маяк захватывайте. Вот это да, сейчас будет взлет, сейчас будет взлет и падение. Ёпсель-мопсель, он прыгнул на меня, ребята. Это Раванов. А это не Раван, а мы его сейчас, смотрите, это Электрик Йода. Ха-ха, как вы думали, на чем Электрик Йода? Ребята, простите! А Яшкин Матрешкин, сегодня водный день. Я что-то прям совсем... Ничего не пил, ничего не курил. Блин, ну я просто про все забыл. Опа! Слева молодцы, маяк еще захватили. Минута боя! Что будет? Победа, не победа? Проигрыш или победа? Победа или проигрыш? Поражение? Может быть, все-таки с наслаждением? Давайте на левый фланг попробуем помочь Шторму. Заходим левее чуть-чуть. Взяли в автоприцел. Взяли еще одного. Огонь с двух, с четырех стволов. Стреляем, блядь! Стреляем, ребята! Огонюшку вливаем! Во всех, прям во всех вливаем, кто есть! Только на смерть! Только хардкор, блядь! Давай! Вот так! Вот так, ребята! Давай, кто у нас там голубые? Ох ты, лечилка! Давай-давай, Романов! Победа! Да! Вот так! Куки-швайм, красноперы! Это было круто. Это надо пепси хряпнуть. Стопудово. Никогда так не делайте. Пепси не переворачивайте. Будет... В нос пойдет. Итак. 3 миллиона ровно. Вау! Круто. Мы нагнули слоу-слоу-слоу-мо. Обалдеть! Спасибо Шторму, спасибо всем пацанам, шикарно сыграли, ребята, шикарно, все сыграли, молодцы. Вот это бой, вот это бой, вот это, блядь, с одного кадра, вот это профессионализм, вот это ангар, обратите внимание, никакого фарша, обычный ангар статистического игрока, блядь, ничего сверхъестественного. Это просто руки золотые, скилл, самый великий и ужасный игрок, братуха, прощается с вами. Будьте счастливы, пиздуйте на речку, подписывайтесь на канал, долбите овечку, ой. Да, лайки, дизлайки, комментарии обязательно с вас. Вот, в принципе, все. Можно еще, конечно, два боя побомбить, но мне сейчас голова взорвется, я жрать хочу. Простите меня, пожалуйста. Всем пока-пока.